вопросов. Алло, простите. Алло. Алло. Привет, ну как ты там? Ничего, катаюсь в цирке. Диня, я опять не смогу приехать. Я понимаю, что это уже неприлично звучит, но тем не менее, вот ко мне приехал Первый канал, чтобы показать, да, существую, но действительно работаю очень плотно. Вы там тренируетесь, хорошо? Тренируемся. Мне надо, чтобы вы дотянули до того момента, когда я смогу приехать к вам на выступление, чтобы вас не выгнали раньше времени. Вы уж давайте там как-нибудь, ладно? Спасибо тебе, Куликович моя. Давай, все, обнимаю. Давай, Матроскин. Удачи. Пока-пока. Пока-пока. Прекрасно. Божественно. А мы не успеваем, мне ссориться, не ругаться. Нет, слава богу, все. Именно если какой-то проект, это рабочие моменты, когда работа, единственное, кто-то прилагает, что-то отказывается, наоборот, новое. Только в споре рождается истина, а тут тем более такие сложные вещи, когда их надо мы сделать. Мы тоже не всегда, кстати. Нет, ну вообще у нас довольно мы мирно существуем. Пока. Да. Еще не вечер. Сейчас пойдем на лед, посмотрим. Да. И сел. Сел. Нет. Не на горшок сел, а на выпад сел. И... Подожди, держи! Надо... Держу, я ну тебя... Ну как, я сейчас буду перестраиваться, я тебя держу, развешу. Держу, держу! Я не... Давай, давай! Гоняю! Когда мы услышали этот романс, не сговариваясь, сказали «да» вместе. Сказал Илья, Ира и я. О, как даже как-то стихами заговорил. Я не понимаю, вот почему ты делаешь сбойчики на танцполе. Потому что ты стихами занялся. Писать бросай, давай плясать. Плясать, плясать, все правильно. Российская пара Ирина Лобачева и Денис Матросов. Любовь – волшебная страна. Стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну. Где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья, прекрасная страна любовь, страна любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла, любовь — страна, где каждый человек притвор. Моя беда не вина, что я наивности образчик. Любовь — обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обман. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна — любовь, там каждый человек — предатель. Но снова прорастет трава сквозь все преграды. Напасти. Любовь — весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье. Я хочу вернуться к телефонному разговору, который вы видели перед выступлением этой пары. Супруга Дениса Матросова, Мария Куликова, зря волнуется. Ребята так откатали свой номер, что, в общем, о номинации речь не идет. Денис на коньках очень уверенный, Ирина Лобачева, как всегда, очень выразительна и экспрессивна. Мне понравился номер.
Я, конечно, вижу, что поддержки недостаточно высокие, что Денис в этот момент волнуется, но у ребят получается. Молодцы. Изумительно просто. Музыкально, точно, очень стильно, очень додержанно. Ирина Лобачева, Денис Матросов, Россия, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 5-9. Средний балл 5,98 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,96 балла. Молодец. Татьяна Анатольевна, два раза. Дима. Единственное, что меня смутило, вот единственная тень сомнений посетила меня во время просмотра этого номера, и заключается она в том, что, как по мне, Денис не похож на негодяя. Вот именно поэтому я и позволил себе одну десяточку забрать. Одну маленькую десяточку. А в остальном спасибо. Нет, я не согласен. Вообще, на самом деле, у нас в балете пары сходятся годами. Вот такая великолепная пара была Максимова-Васильев. Рудольф Нуриев, Марго Фонтейн. А вот у вас я сегодня уже насчитал 6 пар, которым я с удовольствием поставил такие высокие оценки. Я первый раз на льду здесь живьем смотрю вас. Всегда заинтересованно смотрю по телевизору. Блистательно. И музыка очень хорошо совпадает с тем, что делают артисты, настоящие, хорошие. Поздравляю вас. Денис, вот каково это на 2 минуты и 50 секунд ощутить себя Никитой Михалковым, а? Я прекрасно себя ощущал в паре с Ириной Лобачевой. Ирочка, скажи, пожалуйста, кто в вашей паре главный? Главный Денис, потому что я-то выхожу в свою стихию. Свою стихию. А Денис, если делаем, как бы, все он все сделает, если у него все сложится и все получится, как сегодня. Спасибо, Денис. Я тебе очень благодарна. Конечно, я тебе не верю, честно тебе скажу. Денисик все сделает, как скажешь ты. Я это, тоже раз. Не верю. Но... Ира, а, ты Татьяна... так сегодня трогательно каталась. Ты совершенно не перебрала нигде. Ты так хорошо его вела. Ты так многому ему научила. Я, например, твоей работой этой очень горжусь. Мне очень понравилось, действительно. Вот. И Татьяна Анатольевна поддерживает. Спасибо. Всем спасибо. Мы пошли.